Всех приветствую, и думаю, по названию вы уже заметили, о чем я сегодня буду говорить. Будет немного необычная тема, и вообще я давно хотел это обсудить. Если вы не поняли, о чем я буду говорить, то просто посмотрите на количество моих просмотров и на количество подписчиков. Да, не густо, я вам скажу, но это не только у меня происходит. Давайте я поговорю о своем и о других каналах по Geometry Dash, потому что это реально очень важная тема. Думаю, стоит начать с самой игры и... Что в Geometry Dash особенного? Онлайн уровни, редактор, ачивки и в принципе все, там больше ничего такого особенного нету. Если вы не поняли, про что я говорю, то обычным игрокам ГД быстро надоедает. То есть, давайте предположим, какой-то чувак пришел в ГД, ему она дико понравилась, он начал в нее регулярно играть и заходил на YouTube, смотрел видосики по ней, а потом опа-на, он уходит через полгода с этой игры, и, собственно, с канала по этой игре он тоже уйдет. Вот в чем проблема. Все идет к тому, что рано или поздно все люди, которые снимают Geometry Dash, скатятся. На этой игре нереально набрать больше 100 тысяч подписчиков. Кто-то, наверное, выкрикнет: «Ой, гитара набрал почти миллион подписчиков, что ты несешь?» Ну, ребята, вы вообще понимаете то, что есть комьюнити. В Geometry Dash в основном испанская комьюнити. Русского и вообще украинского, белорусского и так далее минимальное количество. И как вы понимаете, смысла снимать нету, потому что максимум, если ты будешь снимать контент как у меня или как у Декоди, неважно, ты наберешь максимум 20 тысяч подписчиков. Если ты хочешь развиваться на ютубе, постоянно расти, то тебе не будет выгодно снимать Geometry Dash, вот о чем я говорю. И даже если ты наберешь, допустим, 30 тысяч подписчиков, не знаю, 40, 50, 60, то ты все равно скатишься. Поэтому радоваться тут вообще не в тему будет. И вот, в общем-то, как вы видите, мой канал стремительно развивался, а сейчас он просто остановился. Причем просмотры начали падать, я вам скажу. Если раньше набиралось спокойно 20 тысяч, 15 минимум, сейчас у меня набирается еле-еле 8 тысяч, 3 тысячи. Это жесть полнейшая. Я по чуть-чуть начинаю скатываться, как и остальные ютуберы. Отчасти это связано из-за того, что сейчас лето. Все гуляют, все, не знаю, развлекаются, и им не до ютуба, так сказать. Но почему тогда в июне все смотрели, а сейчас начался июль, опа-на, и все, никто больше не смотрит, половина аудитории ушла. Почему, вы спросите? Потому что ГД надоело, вот почему. Вы, возможно, подумаете, что я какой-то бред сейчас несу полнейший, но давайте вы, допустим, зайдете на какой-то YouTube канал по ГД, допустим, через, ну, допустим, в новом году 2018 года. Мне кажется, вы даже забудете про это видео, потому что вы уже не будете ГД смотреть. В этом-то вся и проблема. Но, предположим, вы будете до сих пор смотреть ГД, попробуйте зайти на канал, я уже сказал когда, и посмотреть, какой там будет актив и сколько подписчиков. Ну, там будет очень все плохо, я уже представляю, что там будет, и, собственно, это очень будет плохо. Давайте еще про стримы поговорим. Давайте я буду брать людей, допустим, сколько у них раньше было зрителей, и сколько сейчас. Давайте возьмем меня или Куба, там, я не знаю кого еще. Куб — это такой стример есть, если вы не знаете. Оверпокерфейса и так далее. Давайте их для примера возьмем. Я думаю, не помню, сколько у них раньше было зрителей, а сколько сейчас. Я по своему опыту скажу то, что у меня было раньше где-то 100-200 зрителей, так же как у Куба. А сейчас максимум 100 набирается. Максимум. И как бы это, ну, не очень-то классно. Во-первых, это капец как невыгодно, ты дико устаешь после стримов. А во-вторых, никто эти стримы-то и не смотрит, потому что ты никому не нужен. ГД надоело этим людям, которые тебя раньше смотрели. Вот я подумал немного и сделал такой вывод. Если я буду дальше снимать Geometry Dash, я либо потом скачусь, либо прямо сейчас с ней уйду. Я ни то постараюсь не делать, я еще поснимаю немного Geometry Dash, буду периодически выпускать днище Google Play, и думаю, это будет неплохо, потому что... Сука, там дети орут, господи, заткнитесь! В общем, я буду периодически выпускать днище Google Play, видео по Geometry Dash, пока я окончательно не скачусь и не перестану все это снимать. В общем-то, вот такая вот печальная история, ребята, я не знаю, что делать дальше. Если так посмотреть, у меня даже рост подписчиков упал, хотя люди, которые меня давно смотрят, они наоборот сказали то, что я не скатился. Я делаю наоборот все лучше и лучше, и
А в этом даже не виновато то, что кто-то скатился, кто-то что-то не так делает. В этом виновата комьюнити. Из Geometry Dash уходят. Так же, как из каналов, уходят. И поэтому, блин, это невыгодно, ребята. Я не знаю, видео довольно длинное, но я просто хотел высказаться. Я не знаю, что мне делать. Я буду дальше снимать Geometry Dash. Какие днища Google Play, да, я это уже говорил. Еще, забыл сказать про Requi. Я думаю, те, кто давно играет Geometry Dash, ну, типа, больше полугодия, есть такие люди, да. Его смотрело, когда он снимал ГД, где-то больше 100 тысяч человек. Было реально дофигища просмотров. Он взял просто и ушел. Ушел из ГД. И начал снимать какие-то инди-игры, которые вообще не интересные. Харизма у него так себе, и в общем-то у него видео теперь по 10 тысяч просмотров, когда у него 200 тысяч подписчиков. Это очень плохо, я не собираюсь по его стопам идти. Я хочу просто развлекательный контент делать, как и делал по Geometry Dash. Я думаю, вам понравятся мои видео с другими темами, если нравились темы с Geometry Dash. Я думаю, это логично должно быть. Насчет редактора, новостных видео, я сейчас все расскажу. Кто-то спросит, почему я не снимаю редактора, новостные видео? Потому что ничего не происходит, вы понимаете? Эта игра, она сама себя хочет похоронить. Тупо, она обновляется раз в 2 года. Хоть и обновления, да, они глобальные, но они редкие, они ужасно редкие. Поэтому я начал снимать днище плей, потому что я не хочу сосать из пальца и снимать что-то, какой-то туториал просто бессмысленный, пустой. Это очень глупо, я не собираюсь таким страдать, такой херней. И также насчет новостных видео. Говорить, что там у меня, какие я демоны прошел, что там вообще верифицировали, это, блин, это реально не круто. Поэтому я тупо не знаю, что снимать, вот. Поэтому я снял это разговорное видео. Ладно, неважно. Очень странное видео получилось, я знаю, но мне просто надо было высказаться. Этот видос, наверное, даже 10 тысяч просмотров не наберет. И поэтому, в общем-то, я не знаю, просто поставьте лайк, может наберем там хотя бы 400 лайков, 300, 500, ну примерно, давайте 500 попробуем набрать. Подпишитесь еще на канал, кто собирается смотреть днище Google Play и, возможно, еще видео по Geometry Dash. Поставьте лайк, да, напишите комментарий, что вы об этом всем думаете. И, в общем-то, всем пока.